Уважаемый господин президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, поздравляем вас с вашим уважаемым супругом Светланой Владимировной, Юрием Ильичем Медведевым, Владимировичем Путиным, Юрием Александровичем, Марией Владимировной, Екатериной Владимировной, вас, главных героев России и всей планеты, с Днем Великой Победы! Господин дирижер, вы возродили традиции Штрауса. Благодарим вас. Можно я тебе всего быстренько? Вы традиции Ойстриха, Ростроповича. Ладно, я не спасибо вам большое. Огромное. Все наполняются любовью. Будьте любезны. Спасибо, спасибо. Будьте любезны, мы обратились, чтобы к нашим руководителям Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Леониду Ильичу Леонидовичу, Ивановичу Кунину, Марии Владимировне, Владимировне Екатерине Кунину, что они возглавили фестиваль «Слава и честь России», и мы считаем, что им, они возглавили нашу культуру, и благодаря им сегодня вот такие выдающиеся деятели культуры, как вы. Тоже, скажите, пожалуйста, насколько важно сегодня возрождать нашу культуру, вот такие традиции, которые вы продолжаете, Штрауса, Мусоргского, Чайковского, Медведева, Путина, будьте любезны. Да, Медведев, Путин, вам. Очень важно, конечно, традиции чтить, уважать и все-таки по мере возможности их восстанавливать и их чтить. Низкий вам поклон, спасибо вам. Высший, мире, да, спасибо вам большое. Восхищаемся вами. Вот премия Медведевым, Путиным и вам. Спасибо. Наша Россия, наш президент. Будьте любезны, мы восхищаемся вашим искусством. Мы считаем, вы самый лучший виртуоз, самый лучший оркестр в мире. Безусловно. Скажите, пожалуйста, вот когда вы играете, вот вы захватываете сердце, переполняется восхитительными чувствами, музыка захватывает, действительно становится госпожа, вот знаете, как говорят, музыка, когда музыка звучит, все умолкает, все восхищаются вашим искусством. Мы считаем, вы самый лучший исполнитель в мире. Скажите, как достигаются такие высочайшие результаты? Мы чувствуем сердцем музыку и стараемся передать это слушателям. Спасибо вам огромное. Друзья, все участники спасибо. Выступали. И Беларусь, Украина, и Литва. Все поздравили наших уважаемых национальных Путина. С высшими наградами фестиваля «Слава и честь России». И вы второй президентский суд поддержали. Все участники. Медведева. Медведев, Путин, добрый слава. Благодарю, поздравляем. Спасибо вам. Низкий спасибо. Вам поклон. Спасибо вам огромное. Наша Россия. Восхищаемся вами. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Сейчас 17 минут.